Здравствуйте. На телеканале «Семь» программа «Власть. Открытая политика», в студии Ирина Михайлова. Каждую неделю мы обсуждаем самые важные актуальные темы с первыми лицами города и области. И сегодня у нас в гостях депутат Курской областной думы, председатель Думского комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре Игорь Зорин. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Добрый вечер. Ну а нашим телезрителям я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон вы видите на своих экранах. Звоните и задавайте свои вопросы. Также вы можете оставлять их и на сайте нашей телерадиокомпании www.siminfo.ru. Игорь Васильевич, на последнем заседании Курской областной думы было рассмотрено ряд вопросов, и один из них касался увеличения прожиточного минимума для пенсионеров Курской области. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом, какие изменения ждут курских пенсионеров? Ну, тема социальной поддержки населения вообще одна из ключевых направлений деятельности администрации Курской области. И, конечно, законодательная власть, если так можно сказать, законодатели стараются соответствовать тем требованиям, чаяниям, которые, в общем-то, на сегодняшний день являются ключевыми для жителей нашей области и страны в целом. Поэтому вопрос минимального прожиточного минимума, который определяет целый ряд социальных пособий, он, в общем-то, существенный. И на сегодняшний день фактически деятельность осуществляется в рамках федерального закона о прожиточном минимуме вот для того, чтобы привести в соответствие наш региональный закон. И, собственно говоря, был принят соответствующий законопроект. Фактически на 404 рубля был увеличен прожиточный минимум с 2018 года. Ну и по инициативе коллег-единороссов, фактически мы выступили с инициативой увеличить его до 8600 рублей. Надо отметить, что в среднем по Российской Федерации показатель в 2017 году был в среднем на уровне 8500 рублей. Ну, самый большой в Чукотском автономном округе около 19 тысяч рублей. Ну, там совершенно другие, как вы понимаете, условия и совершенно другой уровень расчета потребительской корзины. Поэтому я считаю, что у нас в регионе достаточно высоко поднята планка. То есть я думаю, что мы будем в числе тех регионов, Курская область имеется в виду, где установлен один из наиболее таких оптимальных показателей прожиточного минимума. Скажите, пожалуйста, что касается этого вопроса, понятно, что заседанию Думы предшествует работа комитетов. Много ли было споров о том, насколько поднимать вот прожиточный минимум для пенсионеров? Вот даже слышала, что ваши коллеги из оппозиции приписывают вот эту победу себе, скажем так. Ну, споров действительно было много, и если первоначально уровень, ну, кстати, вот в 2017 году у нас один из наиболее таких вот низких установлен прожиточных уровней по Центральному федеральному округу, поэтому, естественно, изучив опыт работы других регионов, в общем-то, ну, я считаю, что депутаты Курской областной думы приняли такое взвешенное решение. Еще раз подчеркну, фактически не будут привлекаться средства бюджета, то есть доплата будет идти за счет средств федерального бюджета. Поэтому мы постарались, ну, максимально высоко вот поднять планку для того, чтобы обеспечить, ну, скажем так, более достойные финансовые поступления нашим пенсионерам. Ну, кроме данных выплат, естественно, есть еще целый ряд других, которые активно отслеживает администрация нашей области. И, в общем-то, здесь, я думаю, пенсионеры Курской области не обижены. Игорь Васильевич, также на этом заседании были внесены изменения в закон еще 2012 года, которые касаются приемных семей для одиноких стариков и инвалидов. Расскажите, пожалуйста, что это за изменения? Много ли у нас таких семей, которые взяли к себе на попечение, казалось бы, посторонних пожилых людей? Ну, я, может быть, сразу скажу, что не совсем пожилых, потому что, в общем-то, с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин установлена такая возрастная планка. И действительно, вот по инициативе нашего губернатора в 2012 году Курская область впервые, ну или одна из первых в Российской Федерации установила такую форму работы, приемные семьи для инвалидов, пожилых граждан. И фактически на протяжении вот ряда лет эта технология достаточно эффективно работает. То есть, по сути, вместо пребывания в стационарных условиях, то есть учреждениях, где находится соответствующая категория наших граждан, организованы, ну, если хотите, стационар замещающий, да, то есть это пребывание граждан на дому. И вот в данном законопроекте мы фактически учли те наработки, которые были на протяжении 5 лет, и создали, ну, дополнительные как бы условия, которые позволяют улучшить доступность вот такого вида помощи. В Курской области более 100
семей таких вот организовано, и фактически на сегодняшний день упрощена несколько процедура для, то есть сняты медицинские противопоказания, которые например? Были раньше, ну, например, психоневрологические, то есть наиболее такая сложная категория, и всегда есть большие очереди в психоневрологические интернаты. Вот прежде всего для этой категории граждан созданы вот более оптимальные условия, то есть сняв медицинские показания, точнее, противопоказания для создания таких вот приемных семей, мы, конечно, упрощаем процедуру вот, оформления, и я думаю, что все-таки достаточно большое число наших вот, курян дополнительно еще создадут вот такие приемные семьи. Потому что ну, государство тоже за счет нашего, даже не государства, а за счет нашего регионального бюджета выделяются дополнительные средства, это порядка 6700 рублей с индексацией, которые идут на вот дополнительные оплаты вот таких вот семей, которые созданы. Ну и несколько упростилась процедура получения информации, то есть так называемые персональные данные. То есть то, что позволяет, опять же, ну вот, в соответствии с законодательством Российской Федерации уточнить некоторые данные. Поэтому я считаю, что закон совершенно своевременный, и я надеюсь, что все-таки он поможет в создании организации приемных семей. Вот вы сказали, у нас около 100 таких приемных семей. Можете описать социальный портрет, где чаще всего берут стариков? Это сельская местность, город, что за семьи? Как-то отслеживается, нравится там, пожилым людям, не нравится, вот проверки, насколько часто бывает. Достаточно активно Комитет социального обеспечения занимается этой категорией детей, ближе дети на подсознательном уровне взрослых. Поэтому, конечно, эти семьи отслеживаются, то есть создается паспорт семьи приемной, где вот, оценивают условия, которые создают. И, конечно, они не оставлены один на один, то есть определенная организационно-методическая поддержка осуществляется, и, конечно, вот такие патронажи осуществляются социальными нашими службами для того, чтобы, ну, как бы, во-первых, помочь в создании таких семей, то есть это и психологическая поддержка, психологическая помощь, коррекция какая-то, потому что, конечно, семьи разные, но, в общем-то, пожилые наши граждане, ну, с удовольствием, я думаю, идут на такие формы сотрудничества. Поэтому еще раз подчеркну, надеюсь, что вот эта вот законодательная инициатива, она позволит нам упростить процедуру создания таких семей. И, конечно, вот чаще всего все-таки на создание таких семей идут жители сел, жители районных центров. В городе не так активно вот, развит данный вид помощи. Игорь Васильевич, ну уже давно назрела необходимость строительства нового здания областной детской больницы. Понятно, что все упирается в финансовый вопрос, но есть ли какие-то подвижки? Расскажите об этом. Ну, конечно, вопрос качественного и эффективного оказания медицинской помощи – это тема номер один, и она находится на постоянном контроле и нашего президента Владимира Владимировича Путина, и администрация Курской области очень много внимания уделяет созданию, прежде всего, эффективно работающих лечебных учреждений, и мы видим те колоссальные изменения, которые происходят в системе здравоохранения нашего региона, нельзя этого не заметить. Ну, первым шагом было строительство перинатального центра и дальше целый ряд лечебных учреждений, целый ряд таких крупных объектов, которые, как вы понимаете, требуют колоссальных средств бюджета. Ну, строительство только онкологического диспансера – это практически более 5 миллиардов рублей. Для справки, вся программа модернизации Курского здравоохранения, которая была в 2010-2012 году, составила 5,5 миллиардов рублей. Это колоссальный шаг, который был сделан. Поэтому, конечно, в череде той с целью создания вот оптимальной модели оказания медицинской помощи и в череде ряда лечебных учреждений, я думаю, что следующим шагом по окончанию, вероятнее всего, строительства перинатального центра будет строительство многопрофильной детской клинической больницы. Ну и это, наверное, определенным образом
будет связано и с той позицией, которую озвучил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, десятилетие детства. То есть я надеюсь, что вот в ближайшей перспективе такое поручение, кстати, уже дано нашим губернаторам, председателю Комитета здравоохранения Курской области Ольге Владимировне Новиковой, начать целый ряд мероприятий по подготовке площадки, по крайней мере, под строительство детской больницы. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день нет четко определенных площадей, где можно было бы разместить вот такой вот многопрофильный центр. А в том, что необходимость строительства детской больницы созрела, это как бы совершенно очевидно. Потому что если посмотреть большинство объектов, именно где получают медицинскую помощь наши дети, они все практически или достаточно давно строились, то есть более 40 лет тому назад, и фактически на сегодняшний день не соответствуют тем современным требованиям, и санитарно-гигиеническим прежде всего, которые предъявляются к детским учреждениям, ну и по набору и кадров, и специалистов, и служб, и оборудования, конечно, мы уже выросли из тех помещений, из тех площадей, на которых мы находимся. Поэтому, конечно, я и весь наш коллектив, я надеюсь, и родители, и самое главное дети, вот ожидают того, что в ближайшей перспективе появится многопрофильная детская клиническая больница. То, что наши строители вот недавно отмечали свой праздник, вот, и то, что они замечательно работают, и самое главное, стройиндустрия у нас организована таким образом, что буквально несколько лет, 1-2, и больница будет построена. А если хотя бы ориентировочная стоимость проекта, во сколько это обойдется, и находите ли вы поддержку у своих коллег из Государственной Думы под решение этого вопроса? Предварительно стоимость не менее 2 миллиардов рублей, это большие деньги, и мне очень приятно, что Государственная Дума, комитет по здравоохранению возглавляет наш коллега, педиатр, хирург детский Морозов Дмитрий Анатольевич, и, конечно, вот в рамках реализации целого ряда проектов Российской Федерации планируется вот строительство многопрофильных детских больниц. То есть вот такие шаги, как были сделаны, и сейчас завершающая фаза 18-19 год будет завершено строительство перинатальных центров, и вот как раз строительство многопрофильной детской клинической больницы позволит реализовать трехуровневую модель оказания медицинской помощи детскому населению. Потому что в ряде случаев мы вынуждены прибегать к помощи коллег из близлежащих регионов, это и Орловская область, и Воронежская, где имеются соответствующие отделения, подразделения в структуре многопрофильных детских клинических больниц. И, конечно, здесь очень большая помощь по оказанию медицинской помощи детям благодаря сотрудничеству с федеральными клиниками. То есть в течение года к нам приезжают практически 4-5 визитов, выполняют специалисты федеральных клиник как раз по тем профилям, которые вот больше всего заслуживают внимания. Врачи-кардиологи, я знаю, регулярно у вас бывает. Сейчас 14 ноября очередной визит кардиохирургов, то есть это вот вышли на такую удобную модель оказания помощи. Кстати, сейчас принимается целый ряд новых законопроектов, и один из них будет касаться телемедицины. Вот наша больница с 2010 года очень активно работает как раз вот по телемедицинским технологиям, и это позволяет своевременно и диагностировать заболевания, и определять тактику оказания медицинской помощи, своевременно направлять пациентов. Очень важно отметить то, что областная детская клиническая больница не оказывает платных услуг. То есть и у нас в планах нет необходимости привлечения дополнительных средств для оказания медицинской помощи детскому населению, потому что единственное, что у нас на сегодняшний день сдерживает, это отсутствие необходимого набора помещений. У нас достаточно создан штат специалистов, и средний медперсонал заработает замечательно, и врачебные кадры у нас подобраны достаточно сбалансированно. Поэтому, в общем-то, на сегодняшний день единственное, что нас вот сдерживает, это отсутствие необходимого набора помещений, где мы могли бы развернуть вот некоторые, скажем так, новые технологии, которые прежде всего будут направлены на вот оказание более качественной медицинской помощи нашим деткам, ну и самое главное, создание более комфортных условий для их пребывания, потому что целый ряд пациентов, которые получают у нас медицинскую помощь, они находятся в больнице иногда и больше полугода. И вот опять же, это командная работа
системы здравоохранения Курской области, то есть рождаются детки с весом 500 граммов и больше. То есть это очень важная работа, которая на сегодняшний день, ну, находится, наверное, на особом контроле не только Комитета здравоохранения, Министерства здравоохранения, губернатора, но мы все понимаем ту меру ответственности, когда мы вот без преувеличения спасаем этих детей, то есть выхаживаем их. И, конечно, нужно создать несколько иную модель, которая позволит нам более эффективно использовать ресурсы, которые имеются в нашей Курской области. У нас замечательный медицинский университет, у нас есть возможность растить свои кадры, и они, собственно говоря, у нас появляются. Вот, но если вот взрослые службы имеют практически на сегодняшний день всю инфраструктуру для организации оказания медицинской помощи взрослому населению, то, к сожалению, педиатры вот, ну, не могут похвастаться такими условиями. Хотя результаты работы всех педиатрических больниц, которые работают у нас в регионе, ну, они достаточно заслуживают внимания и, наверное, благодарности. Поэтому, пользуясь случаем, все-таки мы накануне Дня народного единства, да, хочется, да, вот, чтобы мы все-таки объединили свои усилия и, прежде всего, двигались в сторону, ну, и здорового образа жизни, и в целом, чтобы наши все действия были направлены на сплочение нашего народа. Ну, а без детей, как вы понимаете, невозможно будущего. Поэтому хочется надеяться, что вот все эти планы будут реализованы. Игорь Васильевич, вот мы как раз затронули вопрос кадров. У нас работает программа «Земский доктор», «Земский фельдшер». Наша съемочная группа побывала в Железногорской ЦРБ. Давайте посмотрим сюжет, а потом его обсудим. Внимательно, заботливо и почтенно. Со своими пациентами Дмитрий Кузютин общается исключительно так. Несмотря на молодой возраст, к работе относится ответственно. Выслушает и проверит. Врачебный стаж 10 лет. 4 года был на службе в городской больнице, но зарплата невысокая, не было и своего жилья. С появлением ребенка стало труднее. Палочка-выручалочка – федеральная программа. Государство подарило миллион и земельный участок. Теперь трудится на селе. Ничего не потерял, зато сколько приобрел. Улучшилось наше положение. И так в семейном плане тоже у нас прибавление появилось после, конечно, своего жилья. Благодаря вообще сельской больнице, как бы, вторая профессия появилась. Я врач ультразвуковой диагностики, которая, что мне, естественно, большое подспорье мне в зарплате, то есть, дало. Из городской больницы в Железногорскую ЦРБ перешла Евгения Косинова. Здесь она уже полтора года. Зарплатой очень довольна, пациентами тоже. Особую атмосферу создает коллектив. Молодые сотрудники полностью погрузились в жизнь района и даже сколотили волейбольную команду. Сплачиваем, играем, обсуждаем пациентов, разбираем, даже когда играем, разбираем какие-то случаи интересные. Ну, хорошо общаемся, коллектив очень хороший. За 5 лет в Железногорскую ЦРБ пришли 15 молодых квалифицированных специалистов. Сейчас штат больницы порядка 200 врачей, а в 2008-м их было всего 8. Благодаря этой программе, конкретно в нашей больнице, мы укомплектовали все первичное звено. Мы смогли открыть офисы отделений общей практики. Кроме того, узкие специалисты, мы смогли открыть такой раздел работы, как кардиология, гастроэнтерология. Мы укомплектовали функциональную службу, врачами функциональной диагностики, рентгенологами. Государственный миллион не облагается налогом. Потратить его можно на покупку или строительство жилья. Возрастной ценз до 50 лет. Обязательно высшее образование. Уже начали обеспечивать кадрами ФАПы. В Железногорской ЦРБ их 18, плюс 3 отделения общей врачебной практики. В 2016-м район самостоятельно принял программу «Земский фельдшер». Результат есть. Мы за 2 года выделили 1,5 миллиона рублей для 5 фельдшеров и 1 акушера. И вы понимаете, что мы закрыли самую проблемную часть – это фельдшерство на селе. Теперь железногорские надеются, что программа «Земский фельдшер» получит федеральный статус. А значит, ни одна жалоба на здоровье не останется без внимания. Игорь Васильевич, вот сейчас мы увидели положительный пример. Но везде ли все так радужно?
Ну, конечно, роль руководителя, роль главного врача, она чрезвычайно важная. Но вместе с тем нужно отметить, что на сегодняшний день в регионе создана достаточно четкая законодательная база, прежде всего при поддержке федерального центра, то есть Министерство здравоохранения подготовило целый ряд основополагающих законов, в соответствии с которыми и работает система здравоохранения. Поэтому законодательная база на сегодняшний день для эффективной работы есть. К большому сожалению, наверное, не всегда так благоприятно выстроена кадровая политика. Поэтому есть над чем работать. Как раз программа «Иземский доктор», «Иземский фельдшер» – это то, что существенным образом поможет укомплектовать, прежде всего, первичное звено. И надо отметить, что благодаря трудам и нашего медицинского университета, и Комитета здравоохранения, показатели по комплектованию специалистами по программе «Земский доктор» одни из лучших по Российской Федерации. Это действительно показатель того, что интересно работать в системе здравоохранения, создаются необходимые условия, есть необходимая материально-техническая база. Конечно, я думаю, что перспектива выстроена таким образом, что в ближайшие 2-3 года поменялся определенным образом характер подготовки специалистов, и я думаю, что в ближайшие 2-3 года существенным образом будет меняться кадровая ситуация по обеспечению прежде всего первичного звена. Коль скоро будет укомплектовано и первичное звено, то и дальнейшие шаги будут направлены уже на создание целых ряд других служб для того, чтобы концептуально выйти на другой уровень качества оказания медицинской помощи. Но важно ведь говорить не только о работе медицинских работников. Мы должны понимать еще и ответственность самого пациента за свое здоровье. Поэтому здоровый образ жизни, целый ряд таких взаимодействий как на уровне между врачом и пациентом, они должны выстраиваться прежде всего в интересах получения необходимой информации с целью сохранения здоровья нашего населения. Поэтому здесь важно и своевременно пройти диспансеризацию, и не нарушать какие-то общепризнанные принципы жизнедеятельности. Поэтому здесь, конечно, есть над чем работать как медицинским работникам, так и, конечно, я надеюсь, на взаимность со стороны наших пациентов. А сколько врачей, человек уже стали участниками этой программы, охотно ли идут? Более 200 врачей пришли по программе «Земский врач», и на сегодняшний день, по крайней мере, уже начала работать не единичные случаи, а принята наша региональная программа «Земский фельдшер», и, есть определенное софинансирование. Озвучена сейчас информация, которая направлена на создание такой же системы на федеральном уровне, поэтому «Земский фельдшер», я думаю, «Земский врач» – это то, что позволит нам более качественно организовать решить кадровую проблему, естественно, оказать медицинскую помощь нашим жителям. Игорь Васильевич, к сожалению, время нашего прямого эфира подходит к концу. Спасибо, что вы пришли и ответили на все наши вопросы. Это была программа «О власти. Открытая политика» на телеканале 7. Всего вам доброго и до новых встреч!